Ну что, друзья, всем привет, с вами Кайси Дарумси, и добро пожаловать в Brawl Stars. Это новый мега-крутой сникпик, которым я покажу вам все новые скины, их цену, дату выхода, а также новую анимацию бравлеров и новые безумно крутые эмодзи. Если вы ждали сникпик, обязательно ставьте лайк, жмите на красную кнопку подписаться, если вдруг не подписаны, проверьте колокольчик и выбирайте все уведомления, а также личная просьба каждому из вас. Зайдите в магазин и введите код автора Робзи. Это очень важно для меня и для поддержки моего канала. А теперь погнали. Итак, друзья, вы все уже, наверное, успели рассмотреть новый скин на ПМ. И я не зря поставил его самое начало, потому что этот скин будет стоить 299 гемасиков. Вы понимаете, это самый дорогой скин просто за последние полгода. Ребята, это жесть. Скин очень красивый. Ее ульта — это шкатулка с сердцем, и у нее изменена анимация атаки. Ульты, у нее все изменилось. Это реально крутейший скин, но правда очень дорогой. Конечно же, я буду его разыгрывать. Скин появится в игре 30 августа и будет стоить ровно 299 гемасиков. Пэмка заряжает вот этого дракона и дергает его, поэтому приходится ему атаковать огнем, куда она скажет. Но она же злая королева, ребят. Хилка в виде сердца — это шкатулка с сердцем. Чье это сердце, я не знаю, скорее всего, какого-то Кощея Бессмертного. Ну а мы, ребят, прямо сейчас переходим к следующему скину. Это скин на Байрона. Волшебник Байрон. Он будет стоить 25 тысяч звездных очков и разблокируется после того, как вы сделаете 30 побед в силовой лиге. Скин тоже измененный. У него изменена атака, анимация, ульта, и он реально достоин. Я буду, наверное, впервые проходить силовую лигу для того, чтобы получить этот скин. Посмотрите, то есть он бросается какой-то магической штуковиной. Ульта, ребята, это ящик с какими-то алхимическими штуками. Реально, скин годненький. И он будет стоить, как я говорил, 25 тысяч звездных очков. Выйдет он в игре вместе с обновлением, как только появится силовая лига. Следующий скинчик у нас — это Шелли. А точнее, принцесса Шелли. Ее получите за первый уровень в Бравл Пассе. Она сняла свои туфельки и просто пошла разваливать кабины направо и налево. Тоже изменено все. Анимация атаки, ульты, внешний вид. За первый уровень Бравл Пасса скин, мне кажется, вполне достойный. Видите, у нее вот такие пульки красивые. Офигеннейшие пулечки, ребята. Посмотрите, просто шпуньк, шпуньк и ульта, ребята. Готовы? Бум! Скин годный. За первый уровень Бравл Пасса, тем более вдвойне годный. Дальше, ребят, у нас будет тоже офигенный скин. Это Барличик, а точнее рыцарь. Единорог Барли. Анимация. Изменение внешнего вида, а также, ребята, конечно же, эффекты атаки и ульты. Вы сейчас посмотрите. Не спешите. Кстати, скин будет стоить у нас 79 гемасиков и появится в игре 10 сентября. Посмотрите. Бутылечки. Все, это мой любимый скин на Барли. Посмотрите, как красиво на полу разливается штуковина. Вот эта жидкость. А посмотрите на ульту. Просто жесть, ребята. Реально сказочный. Сказочный, бросается радуга. Ну, на самом деле, вот единорожка есть единорожка. Теперь Барли у нас настоящий просто какой-то единорог-рыцарь. Выходим, потому что следующий скин у нас будет особенный. Особенный скинчик — это изумрудный принц Спраут, а также рубиновый принц Спраут. И стоить этот скин, каждый из них будет по 149 гемасиков, вы понимаете? Я думаю, что вам стоит всего лишь покупать один такой скин, какой больше понравится. Я, конечно, буду покупать оба скина, и они появятся у нас 8 октября. Сразу два скина. Разница только в расцветке. То есть у него изменена, конечно же, анимация, атаки, ульты. Все изменено, но, ребята, у двух этих скинов разница только в цвете анимации, атаки, ульты. Допустим, здесь он бросает вот такой меч. Там будет меч немножко красноватый, то есть немножко изменен. А также ульта. Здесь замок вот такой. Если мы сменим скин, там замок будет строиться красный. То есть ульта — это постройка замка. То есть раньше были кусты, сейчас замок. Просто на том скинчике будет красный замок. Ребята, я даже показывать не буду, вы все прекрасно понимаете. 149 гемасиков 8 октября. А дальше скин, с которого все офигели на Бравл Толке. Эль Драгон Вердоза и Эль Драгон Розада. Это скины для мальчиков и для девочек. Стоить этот скин будет тоже 149 гемов каждый. То есть всего... Сколько?
300, грубо говоря, 300 гемов, 2 этих скина. Смотрятся они круто, посмотрите на анимацию. Хоп-хоп-хоп, и такой, опа, дыч, оп, красивый, красивый. Я сейчас покажу анимацию. У него изменены анимации, изменены звуки. Стоить он будет, как я и говорил, 149 гемов и выйдет 24 сентября. Посмотрите на этого дракошу, посмотрите на этого дракошу. Просто сказочный дракончик. Ребята, фигачит, как и раньше. Эль Прима есть Эль Прима. Дальше летит с вот таким звуком. Чпунь! Какой-то сказочный звук, реально. Ну, какая-то фишка в этом есть, серьезно, ребят. Какая-то фишечка в этом есть. Летит как дракоша, просто фигачит как дракоша, прыгает как дракоша, но красный скин отличается только внешним видом. Все остается то же самое. Полностью то же самое. Следующий скин я уже показывал. Это Злая Королева Пэм за 299 гемасиков 30 августа. Ну и, конечно же, Лунная Пайпер, ребята. Лунная Пайпер за 149 гемасиков появится 15 сентября. Она очень красивая. Мы, конечно же, сейчас ее с вами испытаем. Скин реально годный. Скин реально просто безумно красивый. Стреляется она какими-то штуковинами странными, посмотрите. Вот такими мышками. То есть она реально мышками стреляется или кроликами. А ультаю, ребят, это настоящие бомба-кролики, вы понимаете? Ну просто бомбище, кролики, бомбалея, ребят. Вот так вот мы подходим. Заряжаем наших кроликов и начинаем прыгать. Просто прыжочек, прыжочек, разбрасывает кроликов. После них разлетаются еще какие-то дохлые кролики. Ну и последний скинчик, хотя нет, не последний, друзья. Это красавчик Кольт, вот такой. Появится 27 августа и стоить будет 49 гемасиков. Это самый дешевый скин. Почему я не покажу, что он делает? Потому что у него изменен только внешний вид. Ну и, конечно же, еще 5 скинов. Это золотой бот, друзья. И, конечно же, серебряный Бо. Потом золотой Гейл и серебряный Гейл. Как я и говорил на Бравл Толке, нам их показали мельком. Дальше Нани. Золотая и серебряная Нани, ребята. Еще не все. Нет, нет, нет. Еще есть Бия. Золотая и серебряная. У нас этих Бия просто. Вот золотая Бия. Там еще у нас Бия. Просто она сама по себе золотая. Ну и здесь золотая. И, конечно же, Сэнди. Золотой Сэнди и серебряный Сэнди. Всего у нас 5 золотых и 5 серебряных скинов. Вы думаете все? Нет, ребята. Мы дошли до Фрэнка. Почему я вам показываю? Потому что у него новые анимации. Анимации. Он сделан мега красиво. Сейчас сделали Фрэнка, диджея Фрэнка и Калаверу Пайпер. Я все покажу. Посмотрите. Посмотрите на эту красотищу. А? А? Как вам такое? Смотри. На, ребята. Вот это изменение красивое. Смотрите. То есть не ударная волна стала просто безумно крутая. Посмотрите на эту ударную волну. Просто шлеп, ребята. Красиво смотрится. Вы думаете, это красиво? А если мы возьмем с вами сейчас диджей Фрэнка, вы еще больше офигеете. Его тоже изменили. Да, это был, скажем так, недооцененный скинчик. Но теперь, ребята, посмотрите, что он делает. Просто музыкальные удары такие. Очень красиво смотрится. А ульта, ребятки, смотрите, просто на! Блин, смотрится реально круто. Ну и, конечно же, ребята, скинчик, который мы сегодня, точнее, Бралера, который уже показывали, но не до конца, это Калавера Пайпер. Ее тоже изменили. Ее тоже изменили. Это три Бравлера, точнее, три скина. Обычные Фрэнки, Джей Фрэнки, Калавера Пары, которые изменили. Ульта. Вот у нее ульта. Как видите? А? Нравится? Симпатичненько. А смотрите, вот так вот, точнее, это была атака, ульта бросается розочками, теперь она реально смотрится еще круче, ребят. Офигенный скинчик. Я, кстати, не знаю, какой теперь будет лучше, Калавера Пайпер или все-таки Лунная. Вы думаете все? Нет, 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 друзья. В игре появились новые пины, значки, я не знаю, эмодзи. Называйте как угодно. Давайте покажу вам эмодзи, допустим, на Сквика. И немножечко приоткрою одну тайну. На Бравл Толке все увидели вот это. Но это просто блак, ребята. Никакого скина на самом деле. Видите? Нет, просто так. Такой небольшой лажик. Смотрите, скинчики, ребята, анимированные скинчики на Сквика, ребята.
Готовы? Посмотрите. Как вам такие скинчики? Как вам такие? Как вам такие? А? Блин, какие они милашные, ребята, посмотрите. Сквик — это самое милое создание в Бравл Старсе. И знаете, в чем прикол? Всем бравлерам добавили хлопающие эмодзи. Вы посмотрите, это же такой троллинг. Вот это такой троллинг, просто жесть. И понимаете, прикол в том, что эти эмодзи появились у любого бравлера. Допустим, даже взять Динамайка. Вот посмотрите, они все теперь могут троллить. Это мой самый любимый эмодзи. Я хочу получить его везде. Я хочу везде, чтобы был у меня такой эмодзи. Я буду теперь выбивать. Я не любитель эмодзи, но я буду теперь их выбивать. Вы посмотрите, это такой троллинг, просто жесть, ребят. Хлопающие эмодзи. Ладно, 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 ладно. Переходим к тем, который я не показал. Новый — это анимированный мега ящик Дэрил. Как видите, вот он появился, теперь анимированный. И тоже хлопающий Дэрил, это так мило, ребят. Но вот он, анимированный ящик Дэрил. Дальше, друзья, это базик. Конечно же, базик с новыми эмодзи анимированный, посмотрите, а? Как вам такие? Как вам такие красивые, а? Уплочит, вот такой вот. Вот это хлопающее, это просто умора, ребята. Вот такие анимированные, они стали красивенькие, безумно крутые. Ну и, конечно же, ребята, эмодзи на грифа, куда же без него. Посмотрите, опа! Опачки, опа, а красотища, ребята, вот это, хлопающий, просто сказочка, ребята, посмотрите, вот это, вот последний, ребята, эпический, посмотри, мани-мани-мани, хопа, и в баночку, ребята, смотрится реально круто. Также у нас появились новые киберспортивные пины, ребята, вот они, вы их видите у себя на экране, они появятся во всяких там чемпионатике, во всем этом, но не главное, сейчас мы посмотрели все новые скины, дату, цену, выходы, это одно и то же. Ладно, друзья, неважно, ждите, будут еще сникпики, поэтому обязательно проверьте, подписаны ли вы на канал, поставьте лайк под видосиком и главное, заходите в магазин и постоянно проверяйте, введен ли у вас код автора Робзи, а на этом прощаюсь, всем удачи, покедова!